находимся в начальной комнате биотехнологической лаборатории, из которой можно попасть в ламинарное отделение. Где... Давайте попадем. Да, давайте пройдем. Где, в принципе, проходят все манипуляции с растениями. Эту лабораторию ученые называют микроклональной. Здесь происходит искусственное размножение крымской оливки. Этой, по сути, растение находится в идеальных условиях, то есть соблюдены температура, влажность, минеральное питание, которое позволяет растению расти неограниченное количество. И когда мы вводим растение вот в эти условия, мы можем получить большое количество этих же растений в условиях инвитро, в банке. Всего в этом биотехнологическом комплексе представлено 20 тысяч растений. Старый донор мы выбрасываем, он нам не нужен. И вот эту молодую зеленую часть мы разгоняем до той степени, которая нам нужна. После лаборатории растения попадают в этот бокс. Оптимальная температура 30 градусов. И уже здесь, в теплице, высаживают растения. Допустимая температура 50 градусов. Через примерно 3 года уже будет готовый урожай. К концу этого года здесь все посадочные места, 2000 ролей здесь должно будет расти. Здесь капельное орошение, ну это прям полностью сад. А что мы делаем здесь еще? Мы перескакиваем процесс длительной адаптации. Это эксперимент, да, мы посмотрели, как они будут себя чувствовать после модуля сразу в такой резкой температуре. Укореняли, размножали методом черенкования в наших вегетационных модулях. Они у нас пребывали там до полутора месяцев, после чего мы их высаживали в ноябре месяце в эту теплицу. Специалисты заложили промышленную оливку в защищенном грунте. Такой научный эксперимент в России провели впервые. В этой теплице высажены черенки самых продуктивных деревьев из рощи Фаро, а также иностранные сорта. В этом году крымская оливка будет участвовать в национальном конкурсе «Вкусы России». 16 июня текущего года стартовал второй национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Республика Крым принимает активное участие как и в том году, так и в этом году. В этом конкурсе мы подали 6 региональных брендов. Они как с историей, так и с изюминкой, которая только может быть в Крыму. Национальный конкурс «Вкусы России» проходит второй раз по инициативе президента. В составе жюри – представители правительства России и крупных торговых сетей. Обладателя приза зрительских симпатий определит народное голосование, которое пройдет с 20 октября по 7 ноября. Имена финалистов озвучат 11 ноября. Сабина Диниева, Максим Голубев, телеканал «Миллет».